продуктов практически точно такая же, как у нас в России. Мандаринчики. Я даже удивляюсь, наверное, закупают вот там по этому цена у нас в магазинах на китайские фрукты. Такая же, как в Китае. Центральная часть из 30-40 этажных зданий. Пригород, этажность там порядка 15-20 этажей. Архитектура, но архитектура разнообразна. Вот какие тут дома. Вот это справа, это старое здание. О, какое там здание. О. Торговый центр. Это торговый центр города. Тут банки, офисы.
сайте нашей туристической фирмы есть уже все цифры вот эти, храмы. Сейчас в сад пойдем, да? А билеты на? Потом это храм прибежище души. Душу прибежни. Храм прибежище души. Потом как это сейчас и пособие по безработице очень маленькое. 320 юаней. Каяны тоже здесь собирают. Домой, прости. Все чистенько, зелено. Центральный спортивный центр. Детишки у вас интересные такие. Симпатичные, детские. Маленькая спортивная. Спортивный университет. Спортивный университет. Там вот такой вот уют. Вот стадион какой. Чистенький. Стадион подвешен, как видишь, тоже. Перекрытие. Видно уже, вот действительно, по, как сказать, побогаче. По статусу. По одежде, вот, я имею в виду. Вот. А это тоже что за сооружение? Стадион как раз, это, вот я и говорю. Да, это не спортивный центр. Спортивный. Перекрытие. Крыша вот подвешена на тросах висит. На тросах? Ну что, не видишь, вот смотри. Я тебе говорю, а ты все про одежду. А ты все про одежду. Ничего себе. Остановились мы. Это самое. Чистенький гараж, очень такой, да? Да, чуть-чуть подойти. Хорошо, хорошо. Это сегодня зеленый город. Напиши золотой, где? А. Давай потом дам, да. А мне флаг. Осла повесили. Привет. Ваня пошел, мы за ним. Горный массив. Да. Учебный дом. Почти. Он все время
юмором. И говорят, он получал белое исповедание. И таких просветлений. Да, люди тоже ходят. Да. Который нависает над тобой, хочу. Да. Со вспышкой. Да, место, конечно. Тарзаны снимают лианы. Вон какие лианы. Ой, переплетается вон туда. Лиана какая, Лена. Да, да, ты профи теперь, тебе только интересно. А ты смотри, там на стенах, Лен, тоже. А эти камни вон откололись, а изображения все сохранились. Пагода, пагода. Все, здесь похоронен великий монах. Вот монетки бросает. На счастье. Я видел. Классные. Я засняла, очень хорошо получилось. Тут поневоле буддистом станешь. Смотрите, какие Будды. Лена, здесь действительно все фантастично. Ой, вон тот прелесть просто. Ага, вон тот, да. А со мной? Лен. Я здесь, Лен. Классный Будда, блин. Вот могли же изображать, а? Радость и счастье в те времена. Ручеек течет, вон. Кто-то руки моет. А где моя? Ненаглядная. Я тут. Где ты, моя ненаглядная? И смети. Метные пес. Это та штука, которую, когда он опускает землю, значит, здесь в монастыре все платно. Нет. Нам рассказывали в Пекине. Ага. Там стоит он же. Типа посоха. И он держит вот этот жезл. Ага. На плече. Ага. И нам рассказали, что если в монастыре вот эта фигура стоит жезлом на плече, ага, это означает для пришедших монахов, что здесь в монастыре для них еда и жилье бесплатно. А? Если он держит... Нет? Нет, это, я думаю, это шутка. Да, это не нет. Это самый большой храм... Самый большой храм на юге или вообще в Китае? На юге. Я хочу вам свободное время. Давайте не будем свободное время. Пойдем сразу на озеро. Какие магазины? На озеро. У нас что еще?
Давайте на озеро. Хоть поплаваем. Ну, в общем, отсюда можно выходить. Да, давайте отсюда выходить. А мы не заглянем туда? Там тоже это... Ну, то же самое, кстати. Да. Ух, какие они тут большие. Очень большие, да. Какой красивый.